там ты жив, далее продолжать. Жалко вас, потеряли популярность. Мне ваши программы нравились. Ну, что жалеть? Если вы хотите, чтобы программы возобновились, это надо просто-напросто писать на телевидении, на Первый канал, так и так, желаем программы и так далее. Вот о чем меня жалеть. Потеряли популярность. Популярность программа, я бы не сказал, что она там, или даже я потерял. Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго. Меня было узнать. И меня. Давайте. Дедушка наш точно сойдет с ума от счастья. Спасибо большое. Спасибо. Доброго здоровья. Куда я не приеду, везде просят со мной там сфотографироваться. То есть меня постоянно узнают, куда бы я там не приехал. Дело не в популярности, а в том, что политика, как бы сказать, канала, она постоянно меняется. Канал ищет какие-то там передачи, там, чтобы они не только были там популярны, но чтобы они были вот именно на сегодняшний день там наиболее там какие-то актуальные. И все это потихонечку отходит там на дальний план. Ну, плюс, естественно, действуют силы, которым это не по нутру, и все эти программы, допустим, рассказывающие о народной медицине, о здоровом образе жизни, если там особенно не замешано продажи, то есть на этих передачах можно делать какие-то там продажи, грубо говоря, таблеток, там еще чего-то, услуг там, вот, они, ну, будем говорить, не пользуются среди телевидение популярностью, их просто-напросто закрывает. Канал хочет зарабатывать на передаче. Раз этого не происходит, значит программа, какая бы она популярная была, она ему не нужна.